Всем привет! И сегодня будет необычный блог с Мальдив. Наконец-то добрался до такого прекрасного места. А если серьезно, то я все там же, в России, в Сибири, в Новосибирске, на ТЭЦ. А это всего лишь зооотвал. Только в России такое место может стать достопримечательностью. Конечно, это все очень необычно выглядит. Будто в фотошопе взяли насыщенность на максимум, выкрутили. Лайфхак, как делать фотографии самому, когда никого нету рядом с тобой. Ставим предмет, на нем фокусируемся, ставим камеру на штатив, ставим на таймер. Нажали и побежали. Зеркалку фотографировать — это всегда очень-очень проблематично, потому что надо именно в фокус попасть. Это на всякие телефоны, это те экшн-камеры. Что в сантиметре ты в фокусе, что на бесконечность, тоже все в фокусе будет. Вообще без разницы. Главное, на кнопку жми. Я думаю, на этот зооотвал надо экскурсии организовывать и устраивать. Особенно интересно это будет иностранцам увидеть наши достопримечательности. Сколько людей приехало на это посмотреть? Вон сколько машин. Здесь даже на подъеме перекопали, чтобы не ездили.